Есть ли грибы на Марсе и жизнь на Венере? Вот такие необычные лекции проходят ежедневно в специальной астрофизической обсерватории. Здесь ребята прикасаются к науке, изучая космос с ведущими специалистами страны. Уже 7-й год подростки со всей России имеют уникальную возможность стать учениками астрофизической школы, которая включает 3-летний цикл очных и заочных занятий по специально разработанной программе. Анна Гранник крайне довольна результатом своего обучения. Благодаря астрофизической школе она определилась с будущей профессией и поступила в университет по направлению ракетные комплексы и космонавтика. Лекции у нас всегда очень интересные. Например, на этой школе мы можем услышать разные версии, разные мнения разных людей о том, как они относятся к науке, к жизни. Нет ничего абсолютного, нет никакой определенной точной истины, которая плотно стоит на ногах. Очень многие данные, которые были ученых, менялись со временем. Поэтому, мне кажется, очень важно слушать то, что определяет наше время сейчас. Вообще обучение в школе довольно разнообразно. Дети проходят уникальную программу по физике, математике, астрономии и английскому языку. Знакомятся с экспериментальными аналитическими методами астрофизики на базе ведущих научных центров страны и зарубежья. Эта тема, она на стыке астрофизики, химии, биологии и до некоторой степени даже философии, искусства, культуры и вот там таких вот вещей. Поэтому основные лекции, они будут посвящены не только там сложной биохимии, возможности существования и поиска сложных химических соединений во Вселенной, возможности существования жизни в том виде, в котором мы ее знаем на Земле, рассуждением о том, а какая в принципе может быть жизнь. С 2016 года мы с нашими студентами побывали, например, в Финляндии. Мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать с университетом Турку. Есть преподаватели, которые до сих пор с нами сотрудничают дистанционно, либо являются научными руководителями, например, наших детей по тем темам, которые они делают. Действительно, астрофизическая школа – это не просто лекции и задания, а отличный старт для научной жизни. Тут школьники учатся писать научные работы и разрабатывают нетипичные проекты. Евгений Симонов уже пытается создать проект с внедренной нейросетью. Мы создаем нейронную сеть, которая будет определять тип события на телескопе. То есть телескоп предназначен для наблюдения метеоров, вот, но часто в кадры попадают какие-то другие события. Вот там, допустим, пролетают самолеты или спутники, вот, и нам нужно отождествить, вот, но чтобы именно метеоры. Но чтобы не делать это вручную, мы пишем вот нейронную сеть, которой этим будем заниматься, вот, и в целом дальше мне бы хотелось какой-то дата-сайенс в науке. Астрофизическая школа в первую очередь помогает старшеклассникам поддерживать и развивать интерес к научной деятельности, расширять их знания в области астрономии и астрофизики. И завершив обучение в ней, ребята точно будут знать, кем хотят стать в будущем. Альбина Шаова, Айвар Барануков, Архыз, 24.